Как? Нормально. Все прекрасно. Роман Николаевич, вот твой отдел. Лен! Ага, шашлычка сделан! Шашлык сделан! Шашлычок. Два куска, Лен! У него все в почете. Иванович, а кофе будешь? У тебя спрашивают, Владимир Иванович. А? Кофе будешь? Ага. Сашка, еще будет, да? Да за компанию только, если тогда. За компашку, да, с вами-то, конечно. Ну, давайте 4 кофе. Кофе отдельно посчитайте. $285. А? $285. Иванович, озерская. Солярий полукопченый. Озерской нету? Курицу возьмешь? Курицу? Да. Не хватит там на курицу? А? Не хватит там на курицу? Нет. Нет? Владимир Иванович. Какой? Солярий полукопченый или сервелат вот этот, давай. А солярий полукопченый есть? Пойдет. Владимир Иванович, хурму возьмешь мне? А? Хурму возьмешь парочку? Хурму? Да. Возьму. О, спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Я никогда не забуду этого. Две, да. А может три? Саш, давай. Зачем? Три хотел. Саш, давай. Можно три? Покупать не стоит. А? Две. Две? Две, Николаевна. А, вот это, да, крайняя? А? Да. Мягкая. Нет. Ну, я там вложила две мягкие. Да? Нет, давай большую вот эту. Она тоже мягкая. Спасибо. Спасибо, дядь Володь. Три нельзя, две можно. Сколько? Далее. Ну, жадный, наверное. Буханку хлеба варить буду. По-всякому да, бывает да. У него. Жадный, бывает да, и не жадный. Ага. О, спасибо, Иваныч. На, вот тебе это, девочки, вот это. Все? 658. Пакет не надо? Надо. У него же есть. А какой колбасы взять? А ты же взял уже. Сколько же до Могилева километров от Волгограда не считал? До Воронежа 800. И там еще 400. Пакет молока. 800, ну да. Еще 200. Я только с дома, я 4 дня был дома. Я работаю тогда. Два делаю, две фотки. Месяц дома, две фотки, месяц дома. Круг делаешь, да? Два круга. Два круга, 50 тысяч километров. Понял. У нас получается на две машины три водителя. Че ты там? Молочко? Ладно, кофе какой надо? Я не знаю, какой вы пьете. Саня, какой? Да какой нальешь, Николаевна? Ты же знаешь уже. Классическое пойдет? Классический он и пойдет, конечно. Четыре, да? Ну да. Олег Владимирович, ты тоже по кофе?
это да. Ну, правильно. Все? Что ты про колбаску еще думаешь? Рыбки взять? Рыбки возьмешь? Да ты как возьмешь уже сам, Владимир Иванович. Рыбки возьмешь? У тебя деньги есть, он тебе дал уже. Взял уже. Бери. Тебе сдачу дали? А? А? Сдачу забрал? А? Ну вот и покупай. Рыбку и все остальное, дядь Вов. Поляну ехать еще до Белоруссии. Ты понял? Вот. А все понимаешь? Вот. Дорога дальняя. Непредвиденные расходы, они всегда возникают потом. А какой ты рыбки хотел? Жареный уже? А? Какой рыбы? Нет. Уже никакой? Правильно. Всем приятного аппетита, друзья. Едем дальше. Что ты, Олег? Да ничего. Просто. На колбаску поглядываешь? Да у меня дом есть. Колбаса всегда есть? Вот тут порядок. Белоруссия в гостях у нас. Елена Николаевна. Анатолий. И дайте рыбку жарную. По всей видимости, минтай. Он съел уже. Ориган, жиган. Жиганюга. Жиган, лимон, да? Город симпатичный. Песня есть такая. Какая? Жиган, лимон. Что там дальше? Ну, есть город симпатичный, есть дед симпатичный. Симпатичный. Город симпатичный. У нас, Олег, завтра фотосессия. Ты пойдешь фотографироваться? Или ты работать будешь? Не знаю еще. Ну, позвонишь. Да, наберу. Дядь Вов, завтра фотосессия, пойдем фотки делать. За тобой зайду. Перекинься в гражданку. И вперед. Сделаем пару фоток зачетно. Понял? Вот. Если на линию пойдешь, ко мне зайдешь. Сразу сходим. Или потом там, как ты надумаешь, как посчитаешь нужным.
Ты картофан еще взял? Ну да. О как. Спасибо. Да. Спасибо, Толян. Да здесь становись за столик. Мы же здесь стоим все. Чего ж ты уходишь, Владимир Иванович? Куда ты идешь садиться на крыльцо? Ну что на тебе крыльцо? Посидишь потом. Сигареты здесь не продают, да? Только в сетевых магазинах. В сетевых и в Акуле есть. Иваныч, ну как оно? Лицензии дорогие, Толян, чтобы сигаретами торговать. Там много заморочек. Едем дальше. Подписчик у нас в гостях. С Белоруссии, с Могилева, Толян. Спасибо, Толян, что заехал. Всей Белоруссии привет от нашей станицы. Ну, а мы так-то что, Владимир Иванович? Едем дальше? Ну, пускай так и будет.